Добрий вечір, вітаю шанувальників програми «Під абажуром». Нині знову будемо говорити про красу. І будемо вести про неї мову з, я би сказала, ну, не побоюсь цього слова, знаним і видатним майстром перукарського мистецтва в місті Хмельницькому Іриною Востріковою. Нічого, що я так сказала? Здравствуйте. Добрий вечір. Ну, я думаю, що це все-таки справда. Ну, заслужено, да. Ну, я все-таки 35 років. Поработала ну, над і найголовніше, этим. Що тепер, і найголовніша новина – це те, що ви ділитеся все-таки своєю майстерністю, своїм досвідом. І причому не тільки в Україні, а й в інших країнах, наприклад, в Прибалтиці, так? Я так розумію, що ви зараз викладаєте перукарську мистецтво в інших країнах, так? Да, я немножко в двух словах розкажу о том, как это все произошло. Я всегда рассказывала о том, что нормальный парикмахер, который добился чего-либо в своей жизни, в определенном возрасте должен преподавать. Ну, за креслом все-таки очень сложно работать в таком режиме интенсивном, и взрослый человек уступит молодежи в этом. Естественно, нормальным явлением становится, когда человек, уже, который набрался опыта, который что-то знает, он должен преподавать и делиться опытом. Я всегда представляла, что у меня будет школа, но немножко по-другому я ее представляла. Я думала, что это будет студия, молоденькие девочки, которые хотят стать парикмахером. Ну вот год назад так сложилось, что работая еще даже не над школой, а больше над собой, я все время езжу учиться, не перестаю, буквально вот через 2 недели я опять еду на очень известных английских парикмахеров. Тобто не тільки навчаєте, але й самі навчаєтесь. Да. Дело в том, что парикмахерское искусство, оно постоянно обновляется. И для того, чтобы работать, идти со временем в ногу, нужно учиться. И мне одна клиентка говорит, ну неужели ты чего-то не знаешь? Ты же все уже знаешь. Я ей говорю, вы знаете, 25 лет назад я вам делала свадебную прическу. Она была красивая. Она говорит, да, очень красивая. Я говорю, а сегодня вы такую хотите? Она задумалась, говорит, нет. Я говорю, потому что мода поменялась, совершенно другие требования, и этому нужно учиться. Вот. Я еду через 2 недели на очень известных английских парикмахеров на стрижки, на обучение в Одессу. Они приезжают, я их долго очень ждала. Вот. Ну и параллельно с этим я работаю в салоне и преподаю техники окрашивания. Я создала год назад авторскую уникальную программу. Я поняла, чего хотят мастера. Молодые. Чего хочуть майстри, чи чого хочуть клієнти? Клієнти, що хочуть, я знаю, є тенденції модні, але не завжди парикмахер може це воплотити в життя, тому що цьому потрібно вчитися. Так як я маю дуже великий досвід, я об'їздила дуже багато країн світу, я їздила на учебу на Мальті, я була в Іспанії, я була в Барселоні, я була в Турції, в Греції, в России я много раз была на учебе, и я была на учебе у всех украинских лучших парикмахеров. Нет таких лучших парикмахеров, у которых я не была, причем многократно. Многие из них уже стали моими хорошими друзьями, потому что эта любовь длится годами, десятками лет. Я езжу в Киев. И хочу обрадовать наших телезрителей, что сегодня я считаю лучшими парикмахерами, одними из лучших в мире парикмахерами россиян и украинцев. Не знаю, почему так сложилось, каким так, образом. Ну, а чему же вы тогда вчились на Мальте, в Испании, если наикращий тут выявилось? Да. Это мировые, но я имею в виду в целом вот страны, которые большее количество хороших парикмахеров и академии имеют. В каждой стране есть звезды, в каждой стране есть очень талантливые парикмахеры. Но в процентном соотношении... Вы маете на увазе, что даже в маленькой перукарне у нас будет талановитый перукар? Талантливый может быть везде, и даже в селе, и в районном центре. Главное, опыт работы и обучение, понимаете, они идут параллельно. Нужно учиться и иметь на ком это воплотить и пробовать и отрабатывать. Так как-то грубо немножко звучит отрабатывать, но действительно так и есть. Когда клиент приходит обслуживаться в салон, мы его уже как бы обслуживаем, да? Вот, когда а мы перед учимся, тем, треба да, когда мы учимся, так? Мы должны отрабатывать. Сейчас в хороших школах предлагают специальные болванки, обучающие, на которых с натуральными волосами, на которых стригут, ну, красят. А я думала, что это как таке, что безкоштовно, ну, пострижут тебе, але учні. Тоже. Может, трошки криво, але то, пострижут. Тоже как вариант. Ну, сейчас хорошая академия закупает болванки, они какой-то период сначала отрабатывают все стрижки на болванках,
вот, с натуральными волосами, а потом уже наступает момент, когда они уже начинают бесплатно стричь людей, которые приходят в эти школы. Ну, це зовсім інший процес, ну, звичайно. Так сложилось. Це не так небезпечно, да, тоді піти, щоб тобі відчекрижили там трошки, да, волосся. Так що не поки так, що у мене школа на колесах. Я не преподаю в Хмельницькому, мені прийшлось цілий год об'їздити всю Україну, побувати два рази в Прибалтиці, і через три тижні ми знову їдемо в Таллін преподавати. І тільки лише в декабре місяці ми будемо давати перший свій семінар в Хмельницькому. Да. А що це ви так не любите Хмельницький? Ми любимо. Нам потрібна була велика аудиторія. Для того, щоб її завоювати, потрібно було показати, що ти можеш. Не тільки ти. Многі парикмахери в Хмельницькому знають, що я можу. Але вони не бачили, як я преподаю і що можуть мої ученики. Вот. Ну, це сьогодні зовсім інше, да, насправді, викладання, да, і робота конкретна, да, правда? Сьогодні вже є спеціальні групи в соцсетях, які, там, де сплочено працюють парикмахери з різних країн світу, де ми переписуємося, є форуми всевозможні. Ну, соцсети, звісно, добре зараз працюють. Ну, звичайно. Да. Інтернет може, да, зібрати зараз тисячу людей. Звісно, і ми можемо показати, що ми робимо. Ви знаєте, мої навіть друзі не знають, що я роблю. Вони знають, хто я, вони знають, скільки у мене дипломів, скільки у мене кубків, где я побеждала. Но они же не знают, что я делаю с определенными клиентами, что могу я изменить как-то образ. Они же этого не видят. Они находятся у себя на своей работе, я на своей. Они слышат обо мне, они понимают, что я могу, а что они не видят. И только фотографии или соцсети могут вот это все продемонстрировать. Ну, таким образом, я чомусь ніколи про це не замислювалася, але це 100% так. Але, пані Ірина, от ви, наприклад, йдете вулицею і одразу у вас кидається погляд, що хтось там неправильно пофарбований. Це так? Звісно. Це мгновенно, перше мгновення. Потім я можу якось відвлечься, але іноді буває таке, що я задумуюсь і от не можу взгляд відвести. Іноді мені буває жалко людей. Іноді я любуюсь, потому что вижу, что очень красиво, или стрижка, или окрашивание, или просто волос красивый, ухоженный, знаете, хочется повернуться, оглянуться, угу, подумать, вот бы эту девочку я бы взяла бы в модели, например. Ну, у нас чомусь это не часто, да, бывает. А иногда вот смотришь, прямо жалко, думаешь, боже мой, хто ж це так от, і вона сама споганив, так, так сама красилася. А в чому взагалі, ну, не те, що секрети, звичайно, ви нам не розповісте їх всі, я думаю, але от, в чому основна причина от якісного, тобто що має бути фарба якісна, в чому секрет все-таки? Секрет в знаннях. Красителі – це хімікати, розумієте? Це красителі натурального происхождения. Есть только несколько. Это хна и басма. Вот-вот, я демонструю. Да, да, хна, басма. Демонструю, это хна. Красители пятой группы. Они также, когда мы учимся в парикмахерской школе, вот так они и называются. Пятой группе красители. Это красители природного происхождения. Это все, что может окрасить руки, волосы, орехи, чай, да, кофе. Хна и басма. Вот это продукты натурального происхождения. Все остальное, ну, але в перукарнях хною не фарбуют. Все остальное – это химические продукты, с которыми нужно очень правильно, умно и грамотно работать. И даже если они очень хорошего качества, хороших брендовых фирм, и вроде как бы щадящими, ими можно просто неумело пользоваться. Понимаете, для этого нужно много-много учиться. Это значит перетримати, и ты потом уже втратишь волосся, это практично назавжди. Есть такие продукты, что можно передержать. Есть такие продукты, что они имеют такую систему стоп. То есть проходит процесс, выделяется кислород и атомарный, и проходит 35-40 минут, и краситель перестает работать. Химическая реакция, она просто автоматически заканчивается. Так, перестает працювати, да, и далее. Ну, это надо все смыть. Если вы не смыли, ничего не произойдет. Даже если через ну, это корень. Хороший, да, вариант. Да, то есть, потому что, если не смыл, а потом, да, тебе все волосся повылазило. Да, а есть такие продукты, что, конечно, они могут работать медленно, но уверенно. Всему надо учиться, нужно очень много учиться и в школе, и в академии, и параллельно в интернете читать очень много, надо все пробовать и все осторожно. Но сейчас все намного проще, чем раньше. Сейчас каждый бренд, который предлагает свою продукцию, он обязательно предлагает технолога. Эти технологи приезжают во все города, они ездят, они проводят бесплатные семинары. Главное учиться, главное изучать и не жалеть для этого времени. Ну, але часто буває, і стикалася в багатьох подружок з таким, оскільки я, на жаль, хімічними чи на щастя не користуюся фарбами, що вони от собі думають, що це буде в них один колір волосся, а потім в результаті виходить зовсім 35-й колір волосся, і вони такі всі, а що з цим робити? Від чого це так стається? Є така наука, називається колористика. Ви знаєте, є математика,
точная наука, есть геометрия, а вот есть колористика. И в этой науке... Это как колер на колер накладывается, так? Да, как нужно правильно окрашивать волос. Нужно учитывать волос природный, его цвет, фон осветления. Нужно понимать, что у тебя есть в красителе. Нужно понимать, какой краситель. Нужно понимать, что с чем смешивать. Тут много, это целая наука, слушайте, це так, стільки багато треба розуміти, і трошки страшно, коли стільки багато перукарень, і ти можеш в будь-яку піти і потрапити все-таки не на того майстра. Звісно. Як взагалі? Має бути все-таки так, як і гінеколог, і зубний технік, точно, і лікар, так само має бути свій перукар. Парикмахер – це має бути професіонал. На сьогоднішній день парикмахерські услуги дуже дорогі, і вони будуть ще дорожі, і ще дорожі. Тому що ми працюємо продуктами іноземними. Они все переводятся в долларовом или в евро в эквиваленте, вы же понимаете. Если растет доллар, растет продукция. Естественно, люди работают в помещениях, аренда, свет, все сегодня дорого. Дешевле парикмахерские не будут. Они будут дорожать, как и вся наша жизнь. Тобто, виходить, все-таки тут працює той принцип, что чем дороже, тем краще? Нет. Я это к чему рассказываю, что парикмахер, который обучается, он должен понимать, что это не просто сегодня так бла-бла, тра-ля-ля, пришли и сегодня режем, стрижем и красим. Это долгий путь, не одного года путь. И нужно его пройти достойно, нужно просто учиться. А людям, которые приходят в парикмахерскую... Так, вот им что-то треба порадить. Как найти своего майстра? Ну вот искать по совету друзей. Когда человек обслуживается много лет, вы видите, что у вашей подруги красивый волос, у нее хорошая стрижка, она всегда хорошо покрашена, вы за ней следите, вы понимаете, что у нее хороший парикмахер. Ну, только таким образом. Ну, это такое сарафанное радио. Сарафанное радио. Иногда бывает, что мои клиенты говорят, о, шла по городу, меня остановили, спросили, кто тебя стриг. Очень работает. Или на работе, да, мы же все общаемся, мы же где-то живем, у нас какие-то есть соседи, у нас же мы работаем, друг другу рассказываем, кто где обслуживается. И мы же видим, у кого на голове всегда порядок, а у кого какие-то эксперименты неудачные, понимаете? То есть тут надо как-то вот учитывать. Важко экспериментувати з цим, хоча з іншого боку кажуть, що волосся підрізати і щось з ним зробити не страшно, тому що воно виросте знову. Волос – унікальний продукт. Це природа нас наділила таким продуктом, який ми над ним здіваємося, як можемо. Понимаете? Волос он состоит из белка. Вы представляете, утюжком или плойкой, которая 220 градусов температуру, каждый день его выравнивать, этот волос. И он выдерживает. Положите на руку утюг 200 градусов, мы получим ожог, мы получим рану до мяса. А волосы вот это все выдерживают. А як, до речі, пані Ірино, ви ставитесь до того твердження, що в волосі сила людини? Що взагалі стригти, навіть деякі бояться, стрижуть у певні дні. Чи є таке все-таки повір'я у перукарів? Ну, наверное, все-таки какая-то энергетика вот есть. Да? Говорят, что вообще у каждого есть человека аура, и не только в волосах. Вот все-таки, если хорошая аура у человека, я думаю, значит, человек защищен. Вот. Ну, с волосами это как-то не доказано. Вот хочешь верь, хочешь не верь. Але вот таке ваше внутрішнє відчуття. Ну, бывает и со мной такое, что говорю, надо чуть подрезать волосы, вот энергетику такую. И сразу станет краще, правда? Ну, мене, наприклад, знаете, це часто буває. Лучший способ избавиться от плохой энергетики – это вода. То есть, да, вода, она смывает все плохое. То есть, если мы моем волосы часто достаточно, если вы чувствуете какой-то стресс или вы были в какой-то негативной среде, вообще хорошо принять душ, волосы и все это. А потом кажут, что не треба волосся мити щодня. Это неправда. Нужно волосы мыть по мере загрязнения, как и все остальное. Вот. Если есть волосы такие, которые не жирнеют, можно ходить 2-3-4 дня. Если вы не работаете, вообще пьете, и нет запаха, да, кухни. Если вы не работаете, там где-то больница, где лекарства. Если вы работаете в таком месте, где вы можете позволить себе 3-4 дня не мыть волосы, у вас волос не жирнеет, хорошо выглядит. Почему, зачем его мыть нужно каждый день? Тобто це взагалі кожного свій індивідуальний підхід має бути. А есть люди, которые будут всю жизнь мыть каждый день волосы, потому что так работают жировые клетки, которые выделяют за ночь, пока человек спит на подушке, человек потеет, выделяются сальные железы, работают, и волос жирный, от этого ничем не избавишься. Тобто выходит, что такого единого рецепта немає, в принципе, конечно, так? Как во всем, каждому индивидуальный. То есть утром проснулся, волос жирный, нужно покупать хорошие шампуни, щадящие, для ежедневного использования, чтобы там было мало щелочи, и тогда вы не будете вредить ни волосам, ни коже головы.
От поки ми не перейшли до нашого основного питання, все-таки цієї супермоди на якісь класні зачіски, про які, я так сподіваюся, ви нам розповісте. Все-таки, як можна зберегти, от є якісь у вас секрети, зберегти волосся здоровим саме, крім того, що гарно пофарбувати? Звісно. Во-первых, нужно применять для мытья хорошая качественная продукция. К большому сожалению, продукты, которые продаются в магазинах, они с большим содержанием щелочи. Щелочь – это мыло, мы знаем, шампунь, это соленая вода морская. Вот, когда мы едем на море, естественно, мы ныряем. Сразу волосся псует. Конечно, абсолютно сразу. Естественно, когда едешь на море, нужно обязательно брать защитные средства для волос, смывать так, потом после, да, смывать после моря, мыть обязательно волосы. Хотя вроде бы мы их вчера мыли, да, пришли с моря, но мы обязательно должны смыть вот эту всю соль, потому что она очень сушит волос. Солнце сушит, соль сушит. И мыть специальными шампунями и применять хорошие продукты по уходу. То есть... Что это? Маски? Это кондиционеры, это маски, да, которые... обволакивают наш верхний слой чешуйчатый, закрывают чешуйки. Это я так рассказываю, чтобы было понятно, я уже не буду профессиональными терминами как бы разбрасываться. Да, бо наші глядачі можуть не зрозуміти. Через те краще, от хай вже... Обволакивают и увлажняют волосы, маски и кондиционеры. Вот. Значит, красить волосы по мере необходимости, ну, по мере, как растет волос. Если отрастает за месяц, там, сантиметр полтора, подкрашивать волос. Не красить его каждую неделю, менять цвет с белого на черный, с черного на белый и так далее. Экспериментировать с подружками. Покупать в магазине краситель так, и самостоятельно так. окрашиваться. Конечно, такие эксперименты чреваты тем, что мамы потом приводят дочек своих, на голове три цвета, четыре. Потом нужно по 12 часов это исправлять. Ой, я себе навіть иногда не с 9 утра можно. До 9 вечера. Это стоит безумно дорого, вы же понимаете. Но если на голове черный, оранжевый, желтый, все цвета радуги и слезы, то иногда и такое исправляем. Вот. Поэтому... Цікаво, наскільки зараз популярні от є хімічні завивки. От я щось таке не спостерігала, не дуже взагалі, власне кажучи, цим цікавилась, але роблять взагалі їх? Да, сейчас, конечно, делать меньше химические завивки, потому что появилось очень много средств стайлинговых, это пеночек, всевозможных продуктов, которыми можно зафиксировать волосы, походить 2-3 дня и без завивки. Во-первых, все уже сейчас имеют дома и плоечки, и утюжки, и специальные такие расчесочки, которые подключивают. Да. Завивки. Да. Поэтому уже завивка больше делается, как, знаете, ее делают те, кто хочет получить такие вот кудрявые, красивые, роскошные локоны. Не для того, чтобы получить просто объем или чтобы потом хорошо укладка держалась, да, на плойку, как основа завивка делалась раньше всеми. Сейчас больше ее делают только те, кто хочет быть кудрявыми или кто хочет иметь такую пышную, красивую, модную шевелюру. Кто-то хочет крупные кудри, кто-то мелкие. Завивки сейчас есть очень хорошие. Есть кислотные завивки, они отличаются. То есть не такие, что спаливают сразу все волосы, да. И все на сейчас тому. Уже новое поколение кислотных завивок, они более щадящие, и биозавивки. Тоже великолепные продукты, которые вообще волосы не вредят волосам, но делают волосы пышными, объемными и кудрявыми. Поэтому сейчас на любой вкус есть. Так, от мені здається, що те саме можна сказати і про моду, що мені кожен зараз буде модний, якщо в нього буде здорове волосся, блискуче і гарно пофарбоване, правда? Конечно, если волос длинный, роскошный, это очень красиво и модно. Если волос красиво подстрижен, если волос не густой, если он тонкий, ну нет смысла его отпускать, вот мучаться, эти сантиметры мерять. Лучше сделать красивую стрижку. Форму, красивую стильную стрижку, форму, красивое окрашивание. Конечно, это будет всегда, все будут обращать внимание. Есть женщины, которые любят очень короткие стрижки. Сейчас очень модно в стиле пикси, их называют. Очень модное направление. Такое, как раньше, я помню, называлось зимова вишня. Да. Очень модное направление шек. Шек переводится как растрепанный, разлохмаченный. То есть и укладки, и стрижки такие. Потому что наш ритм жизни, понимаете, он настолько сейчас сумасшедший, такой интенсивный. Что не позволяет никто сильно не может, багато часу да, приділяти. Никто не может позволить себе, как раньше, по полтора часа, по часу стоять у зеркала, крутить эти локоны. Сейчас все бегут, спешат, поэтому все хотят, чтобы было практично, модно и красиво. Очень многие женщины отдают предпочтение коротким стрижкам. И самой практичности, я так понимаю, да. так? А все-таки модно, вот мода.
100% можна сказати про яку зачіску, що це модно? Шек – це будь-яка длина в розтрюпаному такому стані. Ну, це розтрюпана така, знаєте, грамотна, правильна. Я зразу вже почала тут собі так тріпати. Одна моя знакома сказала «бардак». Я говорю, ні, бардак – це коли не окрашені корні, коли нету стрижки, коли голова не мита. Ось це бардак. А шек – це чуть-чуть злохмочений, понимаете, такой вот, это когда есть хорошая, качественная стрижка. Это как будто бы ты встал щойно с лишка. Ну, не совсем. Это как будто бы ветер чуть-чуть растрепал. Вот так. То есть это хорошая, качественная стрижка. Или на длинных волосах, или на средней длине, или короткая. Но она такая не вылизанная, знаете, волосочек к волосочку, а как будто бы ветерочек вот так, так специально подстрижена, такая укладочка. Будет очень-очень модно. Тобто это писк моды, значит? Да. Длина роли не играет. Это может быть и короткая длина, и средняя, и длинный волос. На любой длине. Ну, такой, знаете, романтический такой, ну, бардачок не буду говорить, а вот действительно вот такой растрепанная такая слегка голова. Но кудри красивые, они всегда оставались в моде. Опять же, для особо торжественных случаев. Это же не значит, что нужно утром просыпаться и плойкой накручивать кудри, каждый день идти на работу в офис. В офис достаточно, чтобы была вымыта голова, можно красиво волос свернуть в красивый пучок или завязать красивый хвостик заколкой, чтобы это главное, чтобы волосы были чистые, блестели, вовремя окрашены, правильно? Ну да, но все на вечеринку... эти простые рецепты, да. Они дуже прості. Конечно, но на вечеринку, если вы накрутите плойкой красивые конусные кудри, это будет безумно красиво. И в моде они... Или не в моде, уже даже нельзя об этом говорить. Ну так, это мне кажется, классика. Это просто роскошно, понимаете? Сейчас есть разные виды плоек. И тонкие в бензинец, и более крупные легкие волны. То есть все могут быть разные, неповторимыми. И эти плойки очень хорошо держат завиток. И не нужно даже лак применять. В большинстве случаев, понимаете, даже лаком волосы будут выглядеть такими живыми. До речи про лак. Насколько я понимаю, он все-таки шкідливий для волос. Чи це не так? Нет, ну знаете, все нужно применять в меру. Если заливаться с утра до вечера, потом эти залакированные волосы пытаться расчесывать перед сном, конечно, вы будете волосы выдергивать и ломать. Они будут все время поломанные, сухие, пересушенные. Потому что, конечно, лак – это химический препарат. Если в меру пользоваться по мере необходимости, там, когда плохая погода или когда вы идете где-то вечером в ресторан, вы хотите чуть зафиксировать прическу, то я думаю, что это абсолютно не повредит. Что волосы не пострадают? Конечно, нет. Нужно пользоваться всем, но очень, знаете, умеренно, чтобы не было перебора, и тогда будет все хорошо. Точно так же с окрашиванием, точно так же с утюжками. Вот я свой волос выравниваю утюжком. До речи, дуже гарний колір. По мере необходимости, по каким-то особо случаям. Да, если я иду куда-то на вечеринку, если я еду в командировку, я знаю, что я в поезде, мне утром нужно проснуться, я хочу утром хорошо выглядеть. Я пришла на телестудию, конечно же, я буду вытягивать волосы, применять вот этот утюжок, который 220 градусов. Який гріє волосся. Гріє мой волос. А в остальных случаях я буду его очень беречь, волосы, я не буду его утюгом. Пані Ірино, вже закінчується наша програма. Все-таки от пару останніх слів для наших глядачок, все-таки по темі моди, волосся і краси найголовніше. От як жінці бути красивою? Для того, щоб бути красивою жінкою, во-первых, вона має бути щасливою, розумієте? Щоб у неї був блеск в очах. Коли вона щаслива, коли вона любима, коли її люблять діти, коли її любить муж, когда она востребована, она счастливая, она будет улыбаться, она хочет быть, она хочет сделать макияж, она хочет пойти к парикмахеру. Я всегда своим клиентам говорю, я вам желаю, чтобы вы были здоровыми и богатыми. Если вы будете здоровыми, вы будете хотеть ходить в парикмахерскую не раз в месяц и не раз в 3 месяца, а через день. Если вы будете богатыми, вы тоже будете ходить в парикмахерскую не потому, что вам надо подстричься, просто помыть голову, просто сделать маникюр, просто сделать укладку, просто подрезать челочку, просто пообщаться. Вы будете ходить 3 раза в неделю, поэтому я хочу, чтобы мои клиенты и все женщины были богатыми, красивыми, счастливыми. Тогда они будут хотеть быть модными. Когда человек болен, когда у него проблемы материальные, да, но он точно не думает про волосы. Может быть речь, да. Но совет для всех. У меня всегда есть. Знаете, если ухоженные волосы, неважно, чем вы красите, вухной, или у вас вообще он натуральный волос, если он у вас блестящий, если он вымыт вовремя, если вы красиво уложили свой волос, пусть своими руками в этот узел, или вы заплели там косичку, или вы закололи заколкой, или вы распустили этот волос. Если волосы чистые,
и они ухоженные, конечно, вы будете всегда красиво выглядеть. А по возможности, конечно, если есть возможность, то можно уже и побаловать себя, и быть уже модницей. Но для этого нужно иметь деньги и быть здоровий і мати желання. Дякую, так. Дякую. Мені здається, що гарний вийшов ефір, особливо завершення програми. Глядачам кажу, насправді, ну, не знаю, як на рахунок модними, але бажаю всім залишатись красивими і щасливими, так як казала пані Ірина. До побачення.